34-летняя Ирина Шейк проводит последние дни января с семьей. Российская модель появилась на улицах Нью-Йорка с двухлетней Леей и своей матерью, Ольгой Шихлисламовой. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера прибыла в Америку после завершения Парижской недели моды. Ирина решила уделить свободное время двум своим самым близким людям. На днях к модели в гости приехала ее мать Ольга Шихлисламова. Сегодня Шейк вышла в свет с дочерью. Звезда подиумов выбрала стильные кожаные брюки и черный свитшот. Поверх наряда она надела темную дутую куртку. Белые ковбойские сапоги эффектно завершили образ Ирины. В качестве аксессуара звезда выбрала черную кепку и сумку с принтом зебры. Мать модели практически в точности повторяла ее образ. Ольга вышла в свет в темной дутой куртке и черных брюках. Женщина и ее знаменитая дочь прикрыли глаза солнцезащитными очками. Шихлисламова везла маленькую Лею в коляске. Ножки девочки были накрыты светлым пледом. Ранее звезда рассказала, как трудно быть матерью-одиночкой. Она призналась, что совмещать работу и воспитание ребенка очень тяжело. Недавно Ирина повторила знаменитый образ героини Вуди Аллена.